Меньше половины столичных малышей имеют возможность посещать детские сады, утверждают общественники. Они обвиняют Минпросвещение в завышенном цифре по реальному охвату детей дошкольным образованием. В профильном министерстве говорят о 80-процентном охвате, но учитывают лишь тех, кто стоит в очереди. Однако мировая практика расчета – это все дети дошкольной возрастной категории. Общественники также заявили, что почти 97% детсадов перегружены. Но, по их мнению, нельзя уплотнять группы и необходимо строить новые учреждения. Детские сады города зачислено чуть более 51 тысячи детей. Это и в государственные, и в частные детские сады. И параллельно в очередях на зачисление стоят более 55 тысяч нуждающихся в садике детей. И при этом министр позволяет себе говорить о том, что охват дошкольным образованием достиг 99%. Но цифры говорят о том, что настоящий охват составляет едва ли 40%. Меньше в два раза. В 145 госсадах 31 тысяча детей. И в 317 частных детских садах 24 тысячи детей. Посмотрите, перегрузка детей, вот если мы считаем минимально на одну группу должно быть 25 детей, смотрите, 4,6 тысячи – это перегрузка в государственных детских садах. То есть мы видим, что никаких там групп по 25 детей физически быть не может.